привет, дорогие друзья! Большой привет из Доминиканы, теперь уже из отеля Барсело Баваро Палас Делюкс. Давайте посмотрим, что из себя представляет обед в этом отеле. Так. Померили температуру. О, на столе, а это вода принесем. Давай. На улице везде, здесь холодно, нет? Да ладно, холодно, наоборот, хорошо. Да? Я все мерзла, слышь, Оксана приехала в Доминикану, все мерзла. Ну вот этот, этот стол занят, раз тут вода. Давай вот сюда. А сюда? Давай. Смотрите, у нас эти белые скатерти на столах, а здесь просто обычные эти салфетки. Все познается в сравнении. И вот здесь вот эта вот линия раздачи, она, видите, больше, чем у нас. Ну ладно, давайте начнем с самого начала. Фрукты. По сравнению с нашим отелем, это, конечно, ну как, если мы приехали в первый раз и увидели, сказали бы, о, здорово. Но по сравнению с нашим отелем, здесь мало фруктов. Ну, арбуз и дыня есть, в принципе, все, что необходимо, есть. И здесь вот я вчера говорила вам про наш отель, что у нас очереди, очередей нет, как-то у нас не толпятся люди возле блюд. К любому блюду можно абсолютно спокойно подойти. Здесь как-то я наблюдаю скученность людей. Что вот это такое? Типа, в общем, овощи с макаронами. Это свинина написано. Здесь что? Здесь шаурму делают. Темный рис с курицей, картошка, сосиски. Пока что-то как-то я не вижу, что взять даже. Здесь фрикадельки, картошка, хек, кальмары. Кальмары есть, хорошо. Это я не знаю, что такое. Пицца. У нас приходишь, пиццы очень-очень много, а здесь ее по факту вообще практически нету. А у нас приходишь, я вам показывала тарелки с пиццами. Здесь зачем-то в очереди стоят, за макаронами. Это макароны вот с разными ингредиентами ждут. Так, ну вот это палочки с говядиной, но я пока что не нашла себе, что поесть. Вот возьму палочки эти, потому что пока что что-то я не вижу то, что хочу. Это сладкий стол. Сладкий стол тоже гораздо скромнее, чем в Рио. Это, по всей видимости, наверное, детский стол, потому что он низкий. И вот здесь тоже фрукты. Здесь уже есть маракуйя и есть еще апельсины. Причем апельсины здесь зеленые. Надо попробовать. Я имею в виду, кожура у них зеленая. Насколько они спелые. Здесь мороженое. Кстати, мороженое я у нас не показывала. Оно у нас тоже постоянно присутствует. Вот это сладкий стол. Но я что-то поесть себе так и не нашла ничего. Это что такое? А, это типа рагушечки какой-то. Суп. Суп, местный суп. Это салаты. Вот салат есть с макаронами, еще с чем-то, но что-то как-то непонятно. Здесь бутерброды, что ли, горячие делают? Я не поняла, что. Сыр мой я ищу. Сыр мой есть?
сыра моего я не вижу, который с голубой плесенью. Его здесь нет. И вот эти бутерброды. Я чуть даже растерявшись, не знаю, что сегодня есть. Чуть как-то мне тут и есть особо нечего. А, вот здесь еще... А, ну это рис и фасоль. Когда я ела рис и фасоль. Моя тарелка. Не, ну овощи здесь, вот они все есть. Овощи, морковка, помидоры. Вот она, тарелка, наверное, сырная. Но с голубой плесенью сыра нет. Ну вот, казалось бы, все то же самое. Такое же количество людей, как и в Рио. Но еда значительно скромнее, чем у нас. Значительно. У нас вроде бы и пространство меньше. А может быть, еще вот там зал? Еще какой-то зал. А, ну это как типа второй ресторан, и здесь то же самое. Это все то же самое, что и у нас сейчас там было, просто так как отель большой, то здесь два таких зала. Ну вот есть лазанья. Лазанью попробовать. Здесь жарят рыбу. Здесь картошка, салаты. Еще тарелку возьму. Ну, вот этот повторяется стол. Рис, говядина в горшочке, эти бобы, тушеные красные бобы. Здесь вот стейки какие-то делают, ну, из говядины, по всей видимости. Бананы. Картошка фри. Помидоры, сосиски, котлеты, бургеры. Ну вот эти салаты, мне кажется, это такие, как бы они особо... Ну вот это, кстати, как у нас был салат, я вчера брала с крабовыми палочками, только у нас там были лобстеры, креветки внутри. То есть такое вкусненькое было. Похоже на манго, что ли? Манго, да? Манго. О, представляете, как у нас огромными этими порциями манго, а здесь такие маленькие-маленькие кусочки. Чего? Манго. Кусочки? Или здесь тоже такими кусками большими есть, нет? Есть, но на завтрак было. А, на завтрак. Поэтому вот. я так вот покажу, хотела большое взять, а оно... В салате, да? Вот, видите, надо ценить то, что имеешь. В Рио с этим проблем нет. Тебе манго сколько угодно. Ну, в принципе, как бы ладно. Дыня, арбуз есть. Это уже хорошо. Голодным здесь точно не уйдешь. Еды много. Но еда скромнее. Значительно скромнее, чем в Рио Палас. Я за фруктами, ну я и ходить здесь, вот пока ты вот это вот все обойдешь, ходить дольше по времени. Я пошла брать фрукты там вот рядом, где мы остановились нашим столом, а там оказывается этот стол для приготовления напитков, то есть если вы хотите, чтобы вам сделали фреш, то вам туда. А фрукты, они вот они здесь. Ну что ж такое, эти такие неудобные вот эти вот щипцы. Вот, ну и как видите, да, по количеству здесь. Ну, хватает, всего хватает. Но у нас больше. Все. Я, по-моему, взяла все, что я хотела. То мой выбор. Ну, такой пока что скромненький. Если я что-то еще захочу добавить, то я схожу еще дополнительно.
Вот это, мне кажется, цветная капуста в кляре или овощи какие-то в кляре. Вот это я взяла, там шаурма такая наструганная. Ну, палочки, наверное, скорее всего, с говядины, сыр. Тут же подошла девушка, спросила про воду, воду налила. Ну и фрукты, надо отдать должное, полная тарелка фруктов, в принципе, как там, так и здесь. Чего мне не хватило, кстати. Шампанское такое же, как и у нас. Испань, да? Испань, шампанское. Такое же, ну, испанское шампанское здесь у нас. Охлажденное, оно вкусное, оно практически безалкогольное. Я не ощущаю там градусов. Не хватило мне каких-то бутербродиков, пиццы, рыбы, ну, сыра нету нашего. И вот, ну, как-то все здесь, мне кажется, более хаотично. Но, может быть, на первый взгляд, в принципе, как бы, ну, тут же подошли официанты. Ну, вот вы видите там сейчас, где все основные люди. Не знаю, ну... Я вам все показала, вывод делать вам. В принципе, и мясо есть, все есть. Пиццу, может быть, вполне вероятно, они ее еще не успели приготовить. Сейчас пойду второй круг потом сделаю, может быть, появится пицца. Ну, давайте попробуем эту говядину. Холодная. Мясо холодное, вкусное, но оно очень-очень сильно соленое. Ну, пиццу. Пицца, кстати, тоже холодная. Пицца вкусненькая, но у нас все тепленькое. В общем, везде есть свои плюсы и свои минусы. Это огромный. Но говорят же, что он сейчас не работает. Вышли мы с обеда. Вот это что такое, надо перевести? Мне кажется, это спа, Оксан. Да, спа, конечно. А может, мы туда можем пройти? Там сколько людей было? Что ты думаешь? 40 минут? Это же за массаж. Нам же массаж не надо. В бассейн-то, наверное, ты можешь пользоваться. Здесь этот тренажерный. Здесь, может, проход? Почему? Вон там открыто что-то. Здесь тренажерный зал. Слышу, вот сейчас поели и вперед. Не в эфир, а тренажерный зал. Здесь какой-то гимнастический зал. Да почему? Вот бассейн. А, нет, бассейн вон там. А как же туда выйти? Может, это индивидуально для кого-то? Не может такого быть. Пойдем туда, пойдем. Ну, туда, вход, туда не выйдешь. Пошли. Пойдем. Посмотрим. Ищем место для эфира. Мы вышли. Вы выживали, да? Но я только не поняла, платно здесь, бесплатно. Хамам вот здесь, смотри. Сауна там. Душ. Вот здесь просто место в тенечке. Но здесь абсолютно никого нет. Почему здесь никого нет? Может быть, здесь все-таки платно? Вот, видите? Или им там больше нравится? На лежачки лечь и попробовать выйти в эфир. Ну, сейчас попробуем. Так. Вот так вот идем. Вот сюда вот. В бурлящие джакузи. Ух ты! Практически мне по горлышко. Джакузи мы еще ни разу эфир не проводили. Правда, здесь, наверное, будет все бурлить. И плохо, наверное, будет слышно. Так что здесь не споткнуться бы еще. Смотрите. А здесь красота. Вот так вот. О! Смотрите, как здорово. Отсюда прям видно все. И посидеть можно. Красота. Провели с Ксюшей. И вот, смотрите. Вот это наше жилье. Ровно посередине. Вот прям ровно посередине нам дали с Оксаной номер. Представляете, какой чудесный.
Нам дали номер. И пойдемте еще раз к этой водичке подойдем. Это же водичка. Все. Плавать, 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 плавать. Но честно, когда я теперь знаю, что здесь черепахи, я вот здесь буду. Далеко туда заходить не буду. Но они вот где мужчины сейчас посередине. Вот там очень-очень много черепах. А вот там, Оксана сказала, акулья ферма. А там пингвинья, вон там, пингвинья ферма. А там, кстати, смотрите, туда прилетают на вертолетах. Тоже, наверное, смотреть на пингвинах. В общем, туда можно записаться и поехать. Мне кажется, Оксана пошла искать черепах там внутри. А мне вот как-то наоборот, чтобы их желательно не было. Боже, боже, боже. Это же тут рай. А, вон оттуда отвозят. Вон оттуда катера. Кстати, можно подойти и узнать, сколько все это дело стоит. Но у нас так мало времени. Оксаной возьмем каноэ. Я шучу. И доплывем до акульей фермы. Слышь, в итоге посередине где-нибудь мы затонем. Рядом с акулами. Но здесь не только эти каноэ. Здесь еще вон и катамараны какие-то есть. О, а вон твои танцы любимые, Оксан. Пойдешь танцевать? Спрашивали, анимация есть? Есть. Мы ее... Ну, она возле этих бассейнов, ясное дело. Вот сейчас все танцуют. На берегу моря. Кто желает потанцевать? Вон, видели? Они красивее, чем у нас. Красивее? А мне кажется, ваши лучше. А, подожди, так, что у себя там искать? Вот они, лодки. А у кого здесь спрашивать и на каком языке? Ну вот пойдем у дядьки спросим. Ну как мы у него спросим, он если по-русски не... Смотрите, вот она рыбу поймала. Видите? И съела ее. Потому что я еще раз говорю, здесь полно рыбы. Сейчас вот может быть здесь с этого спирса зайти, показать вам. И рыбы, и черепах, и кого здесь только нет. На ломаном русском нам парень объяснил лучше, чем мы на английском понимаем, что там кораблики отходят, чтобы туда съездить пингвинов посмотреть, а акул нету. Что-то акул это кто-то пошутил, наверное. Ой, здесь скользко как. Не прыгать. Не собирались прыгать. Пришли мы в номер с Оксаной. Пришли в номер. Нашли здесь халаты. Какое счастье, когда есть халат в номере. Ну, правда, как бы, ну, одеваться сразу после душа не хочется. Нужно еще походить, высушиться. Я смотрю, люди себе устроили классную штуку. Может, у нас тоже как-то так можно. Веревку. Или у них с собой веревка была. Вон там, на балконе, я смотрю.
Ну, все хорошо, но в халате нет пояса тоже вот. Сейчас. Вот видите, тут балкон, веревка протянута. Здесь негде сушить вещи. Ну, а вот эти вот решетки есть. Ну, то есть, как бы одна полоска и все. Но, а вещей-то получается больше гораздо. Ну, два купальника. У меня платье, еще косынка. Кстати, мокрую косынку повесила, платье. Такое не сильно мокрое. В общем, полно всего. Но зато... Я сейчас хочу кофейку попробовать сделать. А, не получится, наверное, у нас. Почему? Кофеек. В общем, и вот с таким вот великолепнейшим видом посидеть, на пальму посмотреть, покайфовать. Сегодня, я не знаю, вечером, если мы придем, у нас с Оксаной будут силы вот здесь вот в джакузи полежать. Ну, я вот честно, пока мы ходили, это Бавару у нас, Рио Бавару, там тоже эти номера с джакузи. И я хожу и Оксане говорю, ну, кто ими пользуется? Ну, зачем мне нужны? Ну, какой кайф? Ну, может быть, есть кайф как бы полежать в душ, посмотреть на красоту океана, на красоту природы, на небо такое шикарное. Ну, мы, собственно говоря, пришли переодеться и пойти сейчас походить по территории, пока солнце не село, оно сейчас сядет уже прям совсем скоро, чтобы хотя бы хоть как-то увидеть территорию, потому что мы, кроме бассейна, океана и ресепшена, ну и чуть-чуть внизу магазинов, еще ничего не видели. Так что сейчас мы быстренько собираемся и идем смотреть территорию, что здесь и как. Она хочет с персонала стребовать тапочки. А я хочу вам пока показать, вот, допустим, есть выключатель света, но он не работает. Для меня загадка. Вот здесь вот есть две лампы, и они должны работать однозначно. Но где они включаются, выключателей-то больше никаких нет. А вот это интересно, что такое за ерунда? А может, это фумигатор какой-то? Что это за ерунда? Это что такое было? Это здесь свет. Сейчас, Оксан, подвинься немножко. Может, вот здесь? Должен же где-то включаться свет. Ничего не произошло. Здесь только... Что, он выключился? Не горит там. Вот это кондиционер, да, вот это? Кондиционер? Угу. Судя по всему, кондиционер. Так. Да что ж такое вообще свет выключил? А, это, наверное, весь выключает свет. Я поняла. Ну вот как? Это ресепшн? Мне кажется, что... О, вот эту штуку включила. Чё? Так, где же здесь может быть свет? О, Оксана, смотрите. I will be slippers in my room. Тапочек у нас нет. No slippers. One slippers. I two people. Так. Uh-huh. Где же? Okay. Ну ты молодец, супер. А может быть, ты теперь догадаешься, где свет включается вот этот? Нигде нет ни одного выключателя. No slippers, конечно. Одни слиперсы и теле Лена одела. Подожди, а вот какая-то еще. О! Да будет свет. Свет еще хорошо. Вот здесь еще 4 этих светильника. Должен же быть свет. Погладили сейчас с Оксаной платье. Достали утюг. Утюг так себе. Доска тоже. Ну, как бы не очень это все. Удобно, но тем не менее мы погладили платье. Вот это платье турецкое, я его очень люблю с ее из пола. А вот это свет для ванны включается. Слышь, в темноте мылись. Я почему? Я его включала. Как ты в темноте мылась? Я в темноте. Ну как, если он был включен? Так, теперь хотела разобраться с кофе. Я каким образом варить кофе? Или пусть мне на ресепшене кофе сварят, заморачиваться с ним, водички попью. В общем, в итоге раздался стук в дверь. Оксана мертвого поднимет. Слышите, посмотрели в интернете тапки. Ну нету, не было здесь тапок, да. А, два пипа. Ну вот, у меня одни были, но хорошие тапки-то.
Да, ну, тапки хорошие. У тебя одни, я на первом ходила. Я уступила. Зато одни будут в самолет лететь, а одни будут в Рио. В Рио она их тоже не достанет, с собой заберет. Ну, главное процесс. Самое главное, я нигде не могу. Самое главное процесс. Ну, вот там вот катаются эти яхты. Где на эти яхты садятся, мы не поняли. Там что-то идти до них далеко-далеко. Как-то же до них добираются, но я не думаю, что все пешком идут-то. А эти прогулочные катера. Ну, может, мы сейчас, конечно, ну, я не знаю. Девчонки пошли на дело. Солнце уже почти село. Пошли территорию осматривать. Сейчас ничего видно не будет, но хотим сейчас поделать фотографии с Оксаной на море, потому что у нас нет еще, знаете, там, где без очков, без шляпы. Хочется какую-то такую красивую фотосессию. Но ясное дело, что мы ее делать особо не умеем, но в любом случае на память фотки останутся. Вечером поднялся ветер. Ветер, ветерок. Но здесь, потому что открытое пространство. Сейчас посмотрим с вами в лучах последнего уходящего солнца. Хотя оно уже похоже, что скрылось там. Все, все. Пойдем делать фоточки. Ну и, дорогие друзья, на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. Мы сейчас пойдем на ужин, ну, посмотрим территорию, но уже видео, как всегда, получается длинное. Поэтому, как всегда, совсем скоро увидимся с вами вновь. Мы еще успеем сейчас сделать пару фотографий, пока есть сил. Все, до новых встреч, пока-пока. Thank you.